чего вам не хватает для полного счастья? Денег. А сколько нужно денег для полного счастья? Ну, хотя бы зарплата, чтобы нормальная была, а не такая, чтобы ниже прожиточного минимума. А нормальная в вашем понимании это сколько? Ну, хотя бы 1050. Здоровье. Денег. Денег? Ну, чего не хватает? Оценок хороших. Учителя все злые. Всего хватает. Дети есть, внуки есть. Жить есть, где пенсия есть. Все есть. Тоже. Все хватает. Вообще до полного счастья. Но обычно денег не хватает. А вам лично чего? Мне то же самое. Сколько нужно денег для полного счастья? Ну, если так-то разобраться по минималке, хотя бы полтинник платили бы, полтинник, и было бы полное счастье. Для полного счастья, чтобы очереди не было в больнице, чтобы пришел, записался и пошел к врачу. А ждать по 10 дней, это мне не нравится. Да, вроде все хватает. Прям все-все есть? Ну, все есть. Дети есть, квартира есть, муж есть, все есть.